Всем привет, друзья, с вами я, Клан21, и это 29-й выпуск моего города в Майнкрафт. И да, друзья, сегодня этот выпуск будет очень мощным, поскольку очень экстремальным, ну, хотя бы большим, по крайней мере, поскольку я построил аэропорт. Но не один, ну, естественно, там один терминал и больше ничего, так что, ну, зато каз побольше там. Так, ребят, в общем, ну, он находится на Советской улице, рядом с Пятерочкой Макси, в том же районе этого гипермаркета. Кстати, Пятерочка Макси — самый первый гипермаркет, который в городе. И рядом с Пятерочкой Макси находится поликлиника номер 2, которую показал там. И там же, там, где машина скорой помощи. Ну, вот, друзья, вот он уже совсем рядом, кстати, вот. Я построил одно обновление под названием. Здесь вот продаются заграничные сладости, типа сладости, там, сувениры и все такое. Вот как бы в аэропорт так сделал. Так, у нас здесь 4 кассы вот таких и полочки с этими сувенирами, сладостями. Кстати, самые популярные в городе заграничная сладость — это, естественно, M&M's. То есть, помимо самого дрожжи, естественно, типа молочные коктейли M&M's, печеньки M&M's и так далее. Ну и какао тоже. И еще тот же самый шоколад. А вот теперь пришло время для самого классного на сегодня. Аэропорт, да. Этот заказ сделал Халс... Идею мне подложил Халс Гейм, чтобы я построил его. И вот. Значит, у нас еще одно маленькое обновление. Здесь как бы охрана, здесь КПП. Здесь вот шлагбаум. Типа, здесь сюда заезжать, типа, тягач. Здесь его пропуск. То есть показывает пропуск, разрешать ему заезжать. И разрешать ему заезжать сюда. Так, идем дальше. У нас так вот вход в аэропорт. Здесь вот как бы красная дорожка, как бы как для элитных жителей города. А здесь у нас табличка с надписью «Яковлевский городской аэропорт» на русском языке и на английском. Здесь у нас как бы касса, ну хотя там большие кассы. Тем более, ну, внутри там ничего особенного. Здесь у нас как бы сидели, здесь можем подождать прибытия самолета. Ну, здесь я забыл повесить, типа, оповещатели. Ну, я думаю, здесь довольно просто сделать как бы... Так вот. Как бы, вот такие вот как бы окна. Здесь такие вот оповещатели, вот так вот. На самом деле это... экран от мода веб-дисплей, да. Такой дисплей я использовал для... Так, ну-ка, погоди-ка. Раз, два, три, четыре, пять. У нас здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот. 5 на 7 блоков. Вот максимум. Раз, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь блоков. Раз, два, три, четыре. Я точнее 5 на 6. Ну, получился такой как бы экран типа HD, то есть не HD-шное качество. Так, вырубаем, и вот здесь вот упс, здесь только логотип Web Displays, то есть мода смог. Ну, я думаю, легко и проще это сделать. Какое набрать яндекс.ру, здесь вот так вот, во. Хотя нет, проще как единый экран, вот так вот. Раз, 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 раз. О! 16 на 16, блин. Ладно, не буду заморачиваться с этой фигней. И просто сделаю так вот, как отдельный экран. Так. Где бы разделить? Вот здесь вот. Да, обещал, что этот выпуск будет большим.
И вот, пожалуйста, просто будет большим выпуском. Ладно, оставляйте экраны как есть. Не буду ничего с ним делать просто. Хотя нет, лучше все-таки наберу-ка Яндекс.ру все-таки для этого дела. Так. Так. Здесь тоже Яндекс.ру. Все, вот так вот. Но здесь просто отображается Яндекс. Да, в этих шейдерах... Да, в этих шейдерах очень плохо видно их, так что... Время, на время отключаю их. Так, я на время отключил шейдеры, чтобы вот посмотреть. Ну, вот так вот выглядят экраны. Так, сделать поиск Яндекса основным. Да. Блин. Нафига я сюда попал? Заново. Так. Нет. Блин. Ладно, все просто нажать на логотип Яндекса. Да, я им пользуюсь этим Яндексом, так потому что удобно, конечно. Потому что очень удобно. Ладно, черт с ним. Пусть хотя бы новости будут. Типа, сейчас СМИ. Ладно, здесь будет погода, а в других новости. Нет, сейчас СМИ. Вот так вот. Я опять на двери сел. То есть на нажимательной плитке. Ну, и для удобства я сделаю, как бы, подключу к клавиатуре, чтобы... Клаву, чтобы было удобно. Ну, на полу, естественно. Блин, какой дождь сегодня льет. Так. Все, можно пользоваться. Ну, давайте для начала просто протестим. Так. Ладно. Так. Ну, здесь набирается только он... Вот так вот набирается, так. Ладно, ну, допустим, Москва. Москва, мне пофиг. Ну, допустим. Так. Так, нет, 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 нет. Яндекс. Раз Яндекс, значит Яндекс. Так. Ладно, авиарейсы Яндекс. Ну или просто Яндекс авиабилеты. Вот. Ладно. Хотя этот выпуск точно будет большим. Потому что занимаюсь всякой фигней, но... А, блин, хочу туда, в эту ссылочку. Ладно, пофиг. Авиа. Во. Все. Ладно, хватит уже этих... Так, смотрим. О! Думаю, что надо. Так, вот так вот все выглядит без шейдеров. Хотя я до сих пор думаю, что без шейдеров это некрасиво. Блин, я вспомнила, что... Какой нафиг 28-й выпуск? 29-й! Ей-богу! Ей-богу. Ладно, включаю обратно шейдеры, чтобы был покрасивее. Все. Пока что ничего не видно. Но я оставлю... Освещение. Вот так. Одну минутку. Ребята, извиняюсь, меня попросили, в общем, позвали, попросили сделать что-то. В общем, я здесь. Так, здесь у нас... Ну, пока что ничего не видно, но... Ладно, не видно. Ребята, я не знаю, как... Наверное, надо шейдеры менять, чтобы... Так, ладно, может, я, наверное, попробую в настройках что-то сделать. Так, динамик.
Ладно. Здесь и вовсе нечего менять, ладно. А, ладно, пофиг, все равно что там. Хотя ладно, я сделаю. Хотя нет, я сделаю еще покрасивее вот так вот. Я все-таки решил не париться, а сделать такой, тоже красный коврик. Красную дорожку здесь. Ну, так. Ну, а здесь у нас выход на авиалинию. Здесь у нас, типа, самолеты стоят. Кстати, у меня есть мод Flans. То есть, естественно, я скачал мод на оружие, технику Второй мировой войны. Ну, в общем, вот так вот. Кстати, вот у меня тоже вот шестерки, такие вот, дальше у нас СМЗ-1Л. Ну, на всякий случай я заспалню одну из них. Так, где тут моя любимая? Во! Вот она, моя темно-сине-бежевый. Вот. Ну и на всякий случай прокатимся. Просто покажу. Извиняюсь. Я вернулся, в общем, продолжаем нашу прокачку. Так, задний ход и на парковку. Ехали. Ладно, возвращаемся в аэропорт. Вот здесь у нас просто самолеты, которые торнадо IDS. Да, здесь как бы нету разметки, но я думаю, что легче так вот залетать. А теперь, друзья, бонус для вас. Полет на самолете торнадо IDS. Для начала я просто поменяю день, поставлю день, и все, можно приступать к взлету. О! Ну, меня в горло там зачесалось там. Так. Во! Все. Ну что, друзья, полетели! Носом приземлился, но зато он выкапывается отлично. Ладно, в общем, еще одно обновление. Это у нас такая деревня здесь. Есть 4 домика, магазин и поле такое маленькое. Колхозик. И колодец здесь. Вот так вот выглядит интерьер дома. Здесь холодильник. Стулья со столом, печь, верстак и большой сундук. Опять позвали. Извиняюсь. Так, ребята, извиняюсь. В общем, меня опять позвали. В общем.
Так, в общем, у нас здесь такая кухня. Так, на втором этаже у нас гостиная. Два сундука, один маленький, второй большой. Шкаф такой вот. Ну, не совсем шкаф, но это на самом деле два маленьких сундучка, так вот, покрыты табличками, и дверь. Ну и двухэтажная кровать такая вот. Ну это что, печка. Хотя печка, кстати, служит как бы отопление. Внизу газовая плита такая вот, отопление от печки. Ну и наверху труба. Дымоход. Вот так вот наверху выглядит. Такой вот автомобиль поставил. Здесь вот такой вот. Сделано из голубой глазурованной керамики. Да, здесь вот голубые стекла, голубой коврик наверху в качестве крыши. Фары такие вот и перед такой вот. Пердак. Не пердак, а передняя. То есть лицевая сторона. Здесь фары и решетка радиатора. Довольно просто. Так вот, деревня Васильки, то есть направо, налево, ну и дальше вот направо. Яйко-Оновск, расстояние 1 километр 281 метр. Ну, а если точнее, то это... Да, все правильно, 1281 метр. А если вот так вот, то это 1 километр 280,4 метра. Вот. Дальше у нас такой вот магазин, такой вот маленький. Ну, не совсем магазин, а типа гастроном, да. Здесь как бы полочки. И сам кассир, овец, сидит тут. Короче, друзья, вот такой вот большой получился. Очень большой получился выпуск. Хотя вот, кстати, вон еще один самолет валяется. Кстати, довольно странно, надо убрать его нафиг. Так. Уберись нафиг отсюда! Блин, я только землю ломаю без того, чтобы... Ладно, пофиг. Блинский. Блин, куда это меня телепортировало? Да, я даже обратно в Яковлевск не могу вернуться. Блин, черт побери. Зато ФПС поднялся. Но это не совсем показатель того, что я черт не знаю где. Ладно. Так. Минус 380. 54. 759. Блин. Ладно, могу только дождь поменять. Все, погода стала ясно. Теперь пытаемся телепортироваться отсюда. Так. Блин, похоже, что я все-таки навсегда здесь застрял. Даже телепортация нафиг не помогает. Ладно, ладно, друзья, в общем, это такой 29-й выпуск, как и обещал, будет большим, но закончилось так, что я застрял в небе. Давайте попробуем как бы выйти из Майнкрафта и перезагрузиться. Ждем-с. Загрузка мира, генерация ландшафта и... О, наконец-то!
вылетел. Короче, ребят, вот такой вот большой выпуск получился. Кстати, он довольно эпичный. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, а также пишите мне идеи, что еще построить в этом городе. Короче, спасибо всем, кто смотрел, в общем, этот выпуск. Кстати, ребята, он получился довольно эпичным, поскольку я полетал отлично. И да, друзья, хочу вам немножко рассказать, в чем прикол. Слушайте, я до того, когда я начал снимать этот выпуск, я решил, в общем, как бы немножко полетать, как бы тест сделать. Но немножко врезался в районе сам телецентр и в комнату управления, из-за чего там немножко поломал здесь. Врезался туда, в общем, я пытался как бы вернуть обратно самолет на парковочную зону. И получалось, в общем, не очень, но зато кое-как получилось его вернуть. Ладно, друзья, в общем, не будем тянуть резину. Спасибо всем за просмотр и всем пока.